Здравствуйте, очередная упаковка. Нож Легион D2 в стали. С покрытием. Так вот. Фирменное покрытие от Кизляр Суприм. Такие вот долы. Фальшлезвие. Такие втулки разворцованные. Просили подобрать наиболее ровную модель в коллекцию. Ну, думаю, что данный экземпляр будет неплохим вариантом. Все сделано ровно. Вот. Покупателю хорошего пользования. Прекрасную коллекцию. Всем пока.